это уже такое неплохое, да и неплохое, хорошее начинание, которое может уже потом дать свои ростки. 6-2! Лично для меня уже лучшего не произойдет. Это гол тура. The best goal of the first day самарского этапа. Фантастическая передача пяткой. Мы видим, как адресовал мяч на Бакинию, Игор Демело Матеос и Танжи.